Продолжаем проходить Pokemon Black 2. Мы все ближе и ближе к нашей заветной цели, городу Ньювема. Хотя на самом деле, конечно, наша цель немного другая. Она находится немного западнее, но все-таки Ньювема город — это самое начало начала, так сказать. Так что, разумеется, мы все там посетим, тоже посмотрим, поговорим со всеми и так далее. Но раз уж начал всем этим заниматься, то нужно и заканчивать в том же духе, я так думаю, так что. Будет уже немного обидно, если я все это время шел через все эти препятствия, сражался, собирал вещи и так далее, и тут сейчас просто брошу и все. Это будет, ну, просто глупо. Я всегда проигрываю. Но я просто хочу увидеть, что как мой покемон использует их движение и делает свое лучшее. Ну да, вот ищет тебя. Фига себе, 5 покемонов у нее сразу. Это многовато, я бы сказал. Баттерфри, няшечка. Хрясь, нету няшечки. Эх, ну что поделать. Опять же, хочешь не хочешь, тебе придется драться с ними со всеми, без исключения. Так. Тем более, что мы все еще получаем опыт. Редкие конфетки у нас останутся в инвентаре лежать, а самурота я покачаю до 100 уровня просто в сражениях, так думаю. Левел ап, уже ведь не так далеко осталось. А сражений у нас еще ждет, в принципе, достаточно такое количество. Еще одна няшечка, Beautyfly. И Illumise. Ну, вообще, такой хороший набор жучков летающих. Красотища. Ой. Только не круче, чем я ожидал. Вернее, могут быть круче, чем я ожидал. Ну ладно. Фух, твой покемон. Это было шикарно. Я знаю. Я всегда проигрываю. Но после сражения, да и после такого большого количества сражений, я становлюсь понемножку сильнее. Ну не знаю, как она становится сильнее в проигрыше. Еще ПП Макс. Нифига себе, сколько их тут, однако. Просто мешки ПП Максов. Не знаю, как она становится сильнее, но, конечно, это ее дело. Проигрыш навряд ли может что-то решить вообще. Только лишний раз заставит покемона усомниться в тебе и разочароваться. И правильно. Ибо нефиг было брать покемон, если ты не можешь за ним, не можешь должную ему жизнь обеспечить, так сказать. Да уж, в том числе и заставляя его постоянно проигрывать и так далее. Это же нехорошо. Я спрашивал себя, правда ли это то, что для покемонов это природно жить с людьми. Я все еще не смог найти ответ. Но мы все еще можем подраться вместе. Ну правильно, подраться ведь можно вообще без повода, не так ли? Ну и засадец. Да, вот Маскирейн с своим интимидейтом. Хотя казалось бы, видно же, что между этими огромными страшными глазами-крыльями есть маленькие-маленькие черные глазки самого покемончика. Да уж. Ой, магнезончик. Какая прелесть. Хе-хе-хе. Смыть нахрен. Ну, естественно, что у него есть стерни. Я даже не сомневался, в общем-то. И разумеется, он будет меня мучить сейчас своими дурацкими, бесконечными... Ой-ой-ой, парализаторами, где они там были. Фулл хил. Тандер. Ой, блин. Кошмар, иногда поражаюсь, откуда не достают такие, блин, мувы. Ну, правда, да, стоит догадаться. Просто использовать их чаще, чем я думал. Эх. Я просто лох, что поделать. Ладно, плевать. Драгонейр, ух ты, хороший выбор. Тоже можно навалять со всей дури. Правда, чем навалять, даже сам не знаю. Ладно, суперпауэр. Хтыщ! Ну, по крайней мере, это хоть немножко досработало, не так ли? Это уже кажется драконский тип, поэтому его вообще бесполезно бить себе табакнем и так далее. Ну ладно. Слобро. Ничего страшного, и вот ему тоже наваляем. Ой. Правда, я забыл то, что у него одна из лучших базовых защит, так что, конечно, бесполезно с ним драться таким путем. Тогда суперпауэр еще раз. Ну да, правда, я забыл, что это опять не сработает. Плевать. Сваливай, отступаем. Блин. Кошмар. Похоже, я еще менее подготовлен ко всем этим дракам, чем я думал. Ну ладно. Магнезончик не справится, не так-то магнезончик. Тандерболт. Yes! Ха-ха-ха! Держи, сволочь! Правда, он все равно выжил. Ну и ладно. Еще раз! Держи, сволочь, Тандерболт! А, красота! Чувствую себя самим Эшом Кетчупом. Левел ап. Все виды чувств соединяются битвой. Кошмар, блин. Проигрыш, и тогда принятие всех страданий и взбешений, которые приходят с поражением. Вот что означает быть тренером. Вот что это означает жить с покемоном. Нет, можно было просто не подвигать его таким ужасным опасностям и так далее, блин. Занимайтесь всю эту фигней. Так. Фух, ну хоть этот школьник меня не остановил. Сейчас пару минут, чтобы быстро восстановиться. Чего же тратить зелье, если тут в двух шагах покецентр находится, не так ли? Быстрее, нам нужно торопиться. Я надеялся за 5 серий пройти всю эту часть, но нет, вот сегодня сейчас 5 серия, я все еще здесь тусуюсь вокруг. Кошмар, еще даже умудряюсь проигрывать этим козлам. Ну ничего страшного, мы это выдержим все. Тренер, который ловит глаз другого тренера, это начало покемонской битвы. Не надо ловить мой глаз, мелкий ублюдок. Разумеется, у них тоже дофина крутых покемонов. Как так получается, я вообще не могу понять. Ох,
Даже у мелкого сопляка уже 5 крутых покемонов. И дело не в том, что они не эволюционировавшие, а в том, что у них просто уровень бешеный. Когда они успели так накачаться, непонятно. О, ну правда они все равно слабенькие все. Так что с ними можно хотя бы не возиться. Даже Вачок со своим гиперфангом все равно ничего не может нам сделать. Тоже лох. Ха-ха-ха. И Зигзагуния. Да, столько няшных покемончиков. И никто не успел атаковать. Все сложились кучкой друг на друга. «Что, ты слишком силен?» Сказал пацан, высунув нос из-под груды трупов. И я сделал ничего, кроме как тренировал своего покемона с самого момента, как я проиграл тому тренеру из города Нью-Вема 2 года назад. О, ну хоть кто-то еще помнит того тренера, то все тут ходят такие прям, как будто новички прямо. Свет тренера. Да, спасибо за полезный свет про очки опыта в конце игры. Он мне сейчас очень поможет, конечно. Теперь танцуй красиво, принеси свои красивые мувы. Давай выступим, мой любимый покемон. А, я уже был испугался, кто это мне говорит. Ну ладно. Пиджи. Может быть, тут будут еще эволюции для полного комплекта. Старли. Видимо, нет, просто опять тоже стандартный наборчик летающих покемонов из разных поколений. При этом здесь нету даже тренерского класса, держатель птиц, который был в других играх. Ну, вроде бы нет, по крайней мере, я не помню здесь. Хотя это, по идее, идеальный как раз набор для такого держателя. Ну ладно. Генфизант. Внезапно, главное, так. Даже думая, что не проиграли, мои покемоны все еще милые. Да, особенно когда они валяются дохлые, они все еще милые. Я заставлю моего милого покемона быть еще сильнее, имея битвы с другими тренерами. Кошмар. Мои покемоны не очень хорошо чувствуют себя, так что я не гуляю в высокой траве. Ох, подожди, у тебя есть 8 бейджиков. Ой, я так шокирован. Ты уже знаешь все эти вещи, мне не стоило даже показывать свой нос. Правильно, правильно, вот если бы все были такие умные, как ты, пацан, этот мир был бы гораздо приятнее для исследования. Но нет, они обычно, наоборот, тупые. И лезут на рожон. 2 года назад я соединилась с покемонами. И в моем сердце я никогда не прекращал быть покемонским тренером. Что ты тут слушаешь здесь в траве, старая курица? Это просто странно. Так, это кажется сейчас скальный тип. Ну да, вроде бы угадал. Или земляной, точно не помню. По крайней мере, хоть они меняют свои типы, в зависимости от места, кто они находятся, вроде бы. Хотя не помню, в общем-то, чего это зависит или же нет, это зависит от цвета изначального. Ну, ладно, неважно. Главное, что не все смертные, так сказать. Нужно разобраться с каждым. Эксплаут. Одно из самых страшных чудовищ, кстати говоря. Этот огромный, бешеный, выпученный ротище. С этими трубками, которые готовы извергнуть ужасные ультразвуки. Ну, в этот раз ему, конечно, не повезло. Но все-таки мне повезло скорее. Это тип поражения, который только покемонский тренер может почувствовать. Или взять как опыт. Эти жизни, которые проходят через наш мир с покемоны, для меня быть неуверенной в том, что они реально ли не хотят жить людьми, я соединила свои пути с покемоном. Но как-то повернулось, время, которое мы потратили вместе, похоже, лучше из всех. Ну, допустим, хоть это и не норм, в общем-то, не так много говорит мне. Знаешь что? Ты знаешь чувака около этого самого вот холмика дороги 19? Он мой противник. Да, по-моему, твой брат-близнец, судя по всему. Разницы между вами никакой нет, в общем-то. Ну ладно. Хорошо, что хоть в этот раз мне не требуется никакой рок-клим, потому что я уже все собрал, кроме дайва. Вроде бы. Битва между покемонскими тренерами — серьезные заслуги, от которых ты не можешь убежать. Я имею в виду, более чем что-либо, ты не можешь убежать от других тренеров перед лицом твоего покемона. Но действительно, куда же я убегу? Вы мне все равно прохода не дадите. Я люблю представлять, какое письмо отобразится на этой доске электрической. Это делает меня такой счастливой. Чем люди только не развлекаются, да? Доброе утро, тренер. Электрическая доска также показывает информацию насчет массовых новостях или типа того, проверяя ее. Нет, спасибо, мне таких новостей толку нет особого. Город Такумула. Где мы впервые встретились с командой Плазма, впервые услышали речь Гедзиса, который он здесь пустил по поводу освобождения покемонов. Вот прямо здесь он, кажется, стоял с кучей народу, всех собрал, пришел, объявил то, что все люди должны освободить покемонов и так далее. И где-то вот здесь же была драка с Энн, первая драка за все время. Да, приятные воспоминания, конечно, и жаль, что они уже все закончились. Да, но ничего страшного, что поделать, по крайней мере, они у меня остались на память. Я уже не вижу в третий раз переигрывать одни и те же игры. Разве что ждать, что через 10 лет выйдет новый ремейк, а этих игр тоже когда-нибудь, может быть. Все-таки Nintendo не может придумать ничего интереснее, чем ремейковать игры постоянно. Ну, посмотрим. Какого покемона ты выберешь в начале, чтобы который будет твоим партнером? Ох, правда, это был Шавот? Ладно, спрошу тебя на Шавот-то.
Высота Шавота это 2, допустим. Слишком плохо. А что ж, полагаю, ты пересмотрел вещи больше, чем я думал. Вернее, не досмотрел, или типа того. Я знал, что ты знаешь это. Я так счастлив, что ты угадал. Вот, возьми это. Поводный из Мунхауса. Да уж. Глядеть покедекс весело. Покемоны могут быть гораздо больше или меньше, чем ты представляешь. Ну, я это не измерял, опять же. Привет, привет, давай поиграем в камень, ножницы, бумага. Еще одна. Fire, Grass, Water. Ах ты, курица наглая. Ну-ка. Ну что, будет каждый раз выбирать один и тот же вариант? Вот же сволочь, а. Ага, твой трава и мой водный. Водные покемоны слабы против травяных, так что я проигрываю. И к чему это было вообще сказано? Эти покеболы, которые я получил давным-давно, я собираюсь дать их тебе. Покешары? Серьезно, в самом начале, в самом конце игры? Я хочу поймать каждого покемона с покешарами. Вот что на чем я сфокусирован. Кошмар. То покемон водный, мой огненный. Как она их так меняет вообще? Тоже не камень, ножницы, бумага, это вообще что-то непонятное получается, несуразное. Кошмар. Люди юновы часто смотрят вверх в поисках героя и покемона, который нашел это место. Эта темная команда плазмы пыталась использовать эти чувства что для своих преимуществ. Ну да, у них не получилось, к сожалению. Тренеры выращивают покемонов. Покемоны делают тренеров сильнее. Это всегда было и всегда будет. Не хорошая ли, не крутая ли эта мысль? Да нет, на самом деле, это хрень. Эх, жаль, что команда плазмы не преуспела в изымании покемонов от вас. Вы их явно не заслуживаете. В хорошие времена и плохие, покемон останется на твоей стороне. Тебе не нужно ничего более, чем это, не так ли? Да уж. Это, конечно, хорошо. Покемоны все равно лучше, чем люди. Видишь мою Аудину? Она вылупилась из высокой травы просто, чтобы встретить меня. Да, Аудина? Дичья, говорит Аудима. Она говорит, видимо, она имеет в виду, что ей втирают дичь. Ну ладно. Угадай, что я знаю. Покемоны могут только знать 4 мува одновременно. Спасибо, Кэп. Джойн Авеню. Интересно, что оно сейчас похоже. И студия Покестар. Какие фильмы они проигрывают? Один фильм, в котором я снялся. Больше никаких не успел сняться за это время. Три официанта в городе Стриатон часто идут на дорогу 2. Они соревнуются с тренерами и покемонами, так что они по-настоящему сильные. Это мы знаем. Твой покедекс полон слабых покемонов, сильных покемонов, крутых покемонов, милых покемонов. В любом случае, там определенно много покемонов. Спасибо, Кэп. Ого, у тебя есть такой великий мешок, который может держать все что угодно. Положи его туда. Еще один балл машрум. Ну хорошо, хоть и граната. Вещи не означают ничего, если ты не используешь их. Но они также их также довольно весело собирать. Ты используешь или собираешь вещи? Я как раз таки собираю их, просто не использую. Использую только изредка в крайнем случае. Но это не так уж плохо. Момент, в котором мой Лилипуп эволюнул в Хердиера, мои глаза начали увлажняться. Я была так счастлива как-то. Да? Зато когда твой Хердиер эволюнет Стоутлента, то тебя раздавит, наверное, просто не успеешь даже ничего почувствовать. Хрясь! На твою жирную тушу, своей жирной тушей. Ну, просто места в квартире будет слишком мало. Да и все. Ты любишь покемонов? Нет. Это так? Тогда почему ты путешествуешь покемоном? Ты любишь покемонов? Да. Да-да, ты имеешь покемонов с собой, так что я уверен, что это так. В чем смысл этих тупых вопросов, на которые не имеет никакого значения, что ты их на них отвечаешь? Теперь мне интересно, какая персона была первой персоной, которая поладила в мире, которая поладила с покемоном. Скорее всего, это был Энн. Ну ладно, ладно, это не Энн, конечно. Это еще давным-давно было. Тогда получается, что это Ред. Ред. Ну, Ред имеется в виду из наших героев. Ты знаешь что? Я люблю высокие места типа этого, и правда большие вещи. Мои любимые покемоны тоже большие. Что я хочу, так это увидеть покемона ростом больше, чем 17 ног. Давай, если у тебя есть большой покемон, покажи его мне. Что? Нет большого покемона для меня? Я хочу увидеть покемона больше, чем на 17 ног. Ну понятно, кого-нибудь надо и Вейлорта показать там, или кого-нибудь там еще. За какую-нибудь бесполезную хренотень. Ну и ладно. О, добавим немного мелодии еще в нашу музыку. Играть на пиано, на пианино, это не так уж весело. Может быть, то, что мне нужно, это услышать звук чудесной мелодии. Это может возвести, может взбодрить мое воображение. Ты знаешь насчет этого? Покемон, названный Крикетот, издает звук как инструмент. Я очень хотел бы его услышать. Ну понятно, видимо, громкую музыку не услышу, пока не покажу его, или типа того. Ты хочешь услышать мои барабанчики? Мое сердце, так долго, как мое сердце бьется. Я буду продолжать. Ох, барабанить. Да. Вот, добавили кусочек мелодии. Хе-хе. Красота.
Что это? Ты твой покемон и как-то отражаете друг друга. Я уверена, что вы пришли, что вы выглядите так, как все это время, за то, что вы потратили вместе, допустим. Я смотрю на мои компьютерные коробки и собираюсь идти по моему путешествию так далеко. Ты знаешь, воспоминания, когда я встретил этого покемона, или когда я поймал этого покемона, просто миллион мыслей типа этого. Может быть, я изменю мою партию и вернусь назад в эти места снова. Да ну, это уже, честно говоря, притянуто за уши. Ностальгия по тем покемонам, которых ты поймал. Попробуй определи, кого из 720 покемонов ты поймал в каком месте вообще. Только стартовика вспомнишь, наверное. Ого, покедекс. Эй, как полон твой лист обитания? А вот не скажу, секрет. Ладненько. Все вроде бы. Город, конечно, маленький, понятное дело, мы уже в начало игры возвращаемся. Город Такумула. Быстро растущий город. Да уж, так что задерживаться здесь просто нет смысла, как обычно. Извини, что побеспокоил тебя, но мне нравятся низкие места, какая-то и маленькие вещи. Маленькие покемоны — лучшая вещь. Я люблю покемонов, которые имеют вес буквально там в дюймах или меньше. По пути у тебя есть маленькие покемоны? Если есть, покажешь мне? И у тебя нет ни одного маленького покемона. Я уверен, что я бы хотел увидеть покемон, который маленький и так далее. Но вообще, на данный момент самый маленький покемон — это Джолтик. Он совсем крошечный, он всего лишь 1/10 дюйма длиной, если не изменяет память. Ой, вернее, не 1/10 дюйма, что там типа того. Ну, в общем, ладно, не могу точно вспомнить, я не определяюсь в этих длинах неметровых. Ну, в общем, понятно, кого ему нужно. Джолтика. Это Фангус? Действительно, похож на покебол. Мой милый маленький Фангус выглядит как покебол. Ужас. Ого, покемон, как круто, я так завидую. Ха-ха, просто шучу. Я покемонский тренер сейчас. Просто как тренер из Нювема, которого встретил 2 года назад. Кто-то еще его помнит. Эй, если все в порядке с тобой, давай обменяемся. Я обменяю моего амбипома за твоего Эксадрилла. Фигушки. Я поняла. Это твой доверенный партнер. Если изменишь свой разум, давай обменяемся, ага? Зачем буду отдавать доверенного партнера? Это тупо, не так ли? Вот поэтому вы не заслуживаете покемонов, потому что вы к ним не относитесь как к партнерам, блин. И к друзьям тоже. Просто как вещи. Инструменты. Какого покемона стоит заставить держать эту вещь? Здесь нет правильного ответа, так что сложно решить. Все еще мне нравится тратить время, обдумывая это. Послушай, вы, тренеры, должны всегда держать улыбку на лице. Если вы не улыбаетесь, ваш покемон может почувствовать что-то не так, не так ли? Может быть, теоретически. Но лучше уж и проявлять искренние чувства. Если тебе плохо, то и показывать, что тебе плохо, а не пытаться сделать вид, будто тебе хорошо. Лгать — это еще хуже, чем расстраивать кого-то. Гляди осторожно, и ты увидишь, даже если ты тот же тип покемона, каждый индивидуален и имеет свои собственные натуры и силы. Когда ты просто не можешь найти обычную землю, пришло время до покемонской битвы. Но я думаю, что мой муж может со мной легко разбираться, типа того. Время требования вы сражаетесь с другими, потому что они отличаются от вас. Но время требования вы нравитесь им, потому что они отличаются от вас. Время требования, я не поняла это. Ну понятно, видимо, тут хорошая семейка живет. Эти двое постоянно дерутся здесь, когда у них что-то неправильно идет в семье, какой-то разлад. Да уж, кошмар. И муж постоянно приигрывает жене, судя по всему. Ну что ж, ладно, по крайней мере, этот мир меняется по-своему. И гладкая лестница идет все-таки без ступенечек. Забавно. Ну что ж, все, пора возвращаться. На дорогу один. А помните, как в самом начале игры предыдущие Black White нас обманывали вот этими самыми летящими лепесточками, цветочками и так далее? Ведь на самом деле они не появляются больше нигде, кроме как на этой первой дороге. Это даже печально, как ты бы сказал. Потому что такой хороший спецэффект, его практически не показывают. Просто обидно. Ну что поделать. И даже тут уже дерутся уроды. Ты идешь к лаборатории Джунайпера, не так ли? Ты не хочешь немножко повеселиться сначала? Конечно. Например, повеселиться, разгребая содержимое твоего рюкзака, после того, как я закопаю тебя саму где-нибудь в земле. Ну так, это просто. Мои странные фантазии, конечно. Ой, это же скальный покемон наполовину, что-то забыл совсем. Плевать, смоем. Левел ап. Всего 12 уровней уже осталось. Будет все равно, конечно, хорошо докачаться. Вот так вот, так сказать. По-честному, без всяких рэр кэнди хотя бы раз. Оно рид. А чё такое маленький-то? И почему он вообще летает в воздухе? Он же обычный скальный покемон. И в самом деле, он как будто стоит на своих щупальцах и летает. Или так оно и есть. Может быть, я что-то не знаю в их биологии. Ну ладно. Допустим. И Шиелдон. Целая куча покемонов из окаменелости. Даже забавно как-то. Ну ладненько. Они все равно неплохие. Ой. Какие-то бешеные, блин. Сносит все здоровье ему, бедному самуротику.
Ужас. Ты был не оппонентом, вернее, не тот оппонент, которого можно победить без попыток. Я прошла весь этот путь, чтобы поговорить с профессором Джунайпер. Она также была когда-то носителем рюкзаков, так что я уверена, что мы хорошо можем обменяться историями. Да, конечно, кому нужны твои cool story, блин? Кошмар. Чего только не занимайтесь здесь все. Так, ладно, плевать. Немножко времени потратить на то, чтобы еще раз вылечиться. Все, опять же, чего тратить время на ковыряние в рюкзаке и использование витаминок, если можно просто подлечиться и восстановить не только ХП, но еще и ПП. Это же все равно выгодно, не так ли? Вот, все, пожалуйста, снова здесь. Легко и быстро, как мне нравится. Носители мешков определенно то, что они звучат. Они идут на дорогу только с огромными мешками на своих задницах и с покемонами в их покеболах. Да, уж только непонятно, что они носят в этих мешках. Другие люди почему-то ходят без всей этой хрени, а вы почему-то носите эти мешки. Странно. Зачем они вам сдались так-то, если подумать? Так. Ну ладно. Еще больше древних покемонов из окаменелостей. Ну понятно, что они по крайней мере с собой таскают. Очевидно, целую гору камней, с которых можно воскресить еще больше покемонов. Старых, добрых, так сказать, знакомых. И Каракоста. Стоило догадаться, конечно, что выберем какого-нибудь подобного покемона. Зато полный список показали покемонов из каменелости сразу же. Довольно круто. Хотел бы я, чтобы упаковать немного побед в мою... Немного побед в мой мешок тоже. Размечтался. Побед ему. Цель путешествия — это найти то, что я ищу. То, что я встречу. Не круто ли это встретить всех покемонов во всем этом мире? Но только вам-то не суждено, к сожалению. Или к счастью. Все в порядке со здоровьем твоего покемона? Если есть место в твоем мешке, я дам тебе вот это. Положи это в медицину. Поушен, спасибо, как полезно. Когда твой покемон понижает свое здоровье, они больше не смогут драться. Так что не заставляй своего покемона драться слишком сильно и позволь им отдыхать иногда. Ну да, это я знаю, конечно. Куда мы денемся-то? Ультрабол, неплохо. Красота. И вот, кстати говоря, наша следующая цель. Выход на дороги, на две оставшиеся водные дороги. Мне бы хотелось посмотреть, посетить земли со всеми покемонами, или типа того, допустим. 2 года назад тренер с города Ньювема сделал отличные вещи, включая сражение с командой Плазмы и спасение Юновы. Я был тот, кто сказал тому тренеру, что дикие покемоны прячутся в высокой траве. И это... И то, что ты можешь драться или ловить покемонов там. Так что ты можешь сказать то, что я тот из... Тоже один из тех людей, кто спас Юнову. Размечтался, блин. Присваивать себе чужие заслуги, так это глуповато. Да и вообще, опять же, обидно то, что меня никто не помнит. Я же тоже спас Юнову. За этого тренера имеется в виду. 2 раза уже спас, получается. Ну ладно. Дорога 1. И все. Финал. Здравствуй, город Ньювема. Старый добрый городок наш, в котором мы когда-то бегали. В самом начале, впервые сражавшись с Бьянкой и Чередом у нас дома. И даже тут валяется уже цинк, как параша. Кошмар какой-то. Ты думаешь, что путешествие с покемоном меняет людей? Я тоже. Путешествие и размышления насчет многих вещей определенно делает разницу. Ну, допустим, допустим. Население все так же не изменилось. Знаешь что? Мой следующий день рождения профессор Джунайпер собирается дать мне покемона на подарок, как подарок. Я также получу покедекс, конечно. Может быть, я вырасту и стану покемонским профессором или чемпионом. Я еще не решила, но я использую буду преследовать свою собственную мечту. Ну, допустим. Может быть, это еще одна протагонистка будущая из третьей игры про регион Юнова. Я, конечно, сомневаюсь, кто она будет. Ну что ж, все равно регион красивый, и я тут много веселья получил, бегая, исследуя все вокруг. Лаборатория Джунайперов. А вот и профессор Джунайпер здесь. Ну что ж, привет, спасибо, что пришел за весь путь сюда. Это удивительно, как далеко город Ньювема от смерти, не так ли? Ты прошел через Скайрол Бридж и встретил много покемонов? На этой ноте... А кто покедекс подвигается? Могу посмотреть на него. Итак, ты видел 256 покемонов в регионе Юнова. Не так много, конечно. Это невероятно, что число видов покемонов повысилось и так сильно за такое короткое время. Приспособленность покемонов шикарна. Продолжай хорошую работу. Есть кое-что, что я хотел бы дать тебе, если встретишь много покемонов и зарегистрируешь их в покедекс. Проверяй каждый угол Юновы, сделай свое лучшее. На, это свет мне дала в итоге. Ну ладно. Чин-чино, няшечка. Эй, Джон, ты встретил много покемонов? Здесь есть определенно много покемонов в регионе Юнова и по всему миру. Я сделал лист обитаний, чтобы люди могли знать это. Я уверен, что ты здесь, потому что... Ты здесь, чтобы показать мне свой покедекс, не так ли? Ты поймал 15 покемонов, так. 15 покемонов, да уж, скромно.
В общем-то, здесь более чем 600 покемонов. Тебе нужно быть напористым и поймать их всех. Кошмар. Ох, именно кое-что еще. Я совсем забыл дать тебе вот это в аспертии. Вот, это супер удочка. О, ну хоть и зря к нему пришел. Удочка это неплохо. С этой супер удочкой ты можешь даже ловить покемонов, которые живут под водой. Вот, я прочитаю тебе инструкции. Сначала встайте перед водой и кидайте. Сначала, потом концентрируйтесь. Когда покемон кусает, вы увидите восклицательный знак. Это означает, что укус взят. Так круто. Да уж. Сидят тут два старика и ничего не делают. Ну ладно. Профессора так профессора. Вернее, не старика, конечно, но все-таки какая разница. Дом трех точек. Странно. Это ведь наш дом, не так ли? Дом Джона. Добро пожаловать домой, дорогой. Ты нашел друга, которого ты искал? Не было ли его имя что-то типа Н? А? Извини меня. Как глупо. Перепутать посетителя с моим собственным ребенком. Ты Джон? Я знала это. Ты выглядишь просто как она. Как она? А, понятно. Я знаю твою мать. Я встретила ее, когда она работала в покецентре, и я была тренером. Именно так. Как твой покемон? Ты всегда можешь позволить им отдохнуть здесь. Ну что ж, жаль, конечно, маму нашего протагониста Гильберта, который так и не вернулся, к сожалению. И так она сидит одна здесь в одиночестве, несчастная мать. Как во всех остальных играх, когда наши протагонисты исчезают, став чемпионами, и больше о них ни слуха, ни духа, кроме, естественно, Реда, с которым можно подраться. И вот она, моя первая комната. Помните, как когда-то давным-давно мы здесь сражались с Черным и Бианкой, и всю эту комнату схреначили в дерево? Я еще подумал тогда, что Бианка там по стенкам бегала и так далее, и понатоптала везде следы. И вот уже пролетело время, пройдены все остальные покемонские игры практически. И вот мы снова здесь, в начале начала, так сказать. Старая добрая комната. Старое доброе место. И... скала короля. Забавно. И, разумеется, Wii U-шка, как же без нее? Это Wii консоль, у нее есть Wii Remote. Вернее, просто Wii. Этот компьютер давно не использовался. Да, жалко. Просто не на кровати, похоже, не имеют никакой морщинки. Да уж, никому не используется так же. Увы. Ладно, прощай, милый дом, пора нам двигаться дальше. Чувак, как твои покемоны? Позволь мне отдохнуть чуть-чуть. Чувак, что я несу? Да уж. Я уверен, что... Я определенно желаю, чтобы вы двое встретились. Видимо, имеет в виду меня и Гильберта. Но, к сожалению, мы здесь не встретимся. Несмотря на то, что персонажи упоминаются... Вернее, один персонаж, протагонист, чье имя не указано здесь почему-то. В отличие от Реда, например. Потому что с Редом было понятно. Там поделились, что Ред именно что герой первого поколения. Город Нью-Вема. Начало чего-то большого. Да уж, да уж, да уж. Начало так начало. И так осталась эта несчастная мать в одиночестве. Да жалко ее. И Гильберта мы никогда не увидим, просто как-то какая-то судьба просто, что протагонисты всегда попадают. Сила науки шикарна. Теперь ты можешь использовать интернет, чтобы трейдиться покемонами и драться за мгновение ока. Дом Черина. Ну да, Черин-то явно не в доме сидит, но родители его тут торчат. Это бейджик из города Аспертия, который у тебя есть? Ого, так ты был первым вызовщиком в стадионе моего сына. Спасибо. Лидер стадиона без вызовщиков — это просто обычный тренер. Другими словами, спасибо, благодаря тебе Черин стал настоящим гейм-лидером. Позволь мне дать тебе вот эту благодарность. Ну ладно, лучше, чем ничего. Путешествие великолепно. Ты встречаешь так много всего, чего ты не видел, много вещей, которых ты еще не понял. Для каждого новые вещи — это что-то более чем ничего, так что ты вырастешь и сможешь стать еще больше, или типа того. Или еще лучше. Ладно. Ох, так твое имя Джон тогда. Ого, у тебя есть покедекс тоже. Все вырастают вот так, не так ли? Ну да. Только, к сожалению, Черин и Бианка остались здесь. А вот Джон... Джон пропал. Нифига себе, у Черина, однако, здесь сколько полок с книгами. Неплохо учился тут. Ну-ка, что в компьютере? Джон проверил компьютер. Понятно, то же самое. И компьютер довольно пуст. Даже как-то грустно. Эх, ну что поделать. Кстати, я даже не знаю, где Бианка сейчас находится. Хотя, вроде бы вспоминаю, где-то было такое интересное место, которое мы посетим еще в будущем. Но до этого еще тоже нужно дойти. Дом Бианки. Которую с трудом отпустили в дорогу. Я вижу, так ты тоже по покемонскому путешествии. Я впечатлен с тобой, и твоими партнерами тоже. И, вернее, твоими родителями тоже. После всего бытия вместе как семья, и теперь разошлись полностью. Я имею в виду... Нет, я точно уверен в том, что они волнуются насчет тебя...
Будь уверен, сказать им все, что происходит в их путешествиях. Ну, им. Почему им? Отца-то у меня все равно нет тоже. Ох, так ты также получил покедекс от профессора Джунайпер. Это моя дочь смотрит на свой покедекс постоянно, как только у нее есть шанс. Она всегда делает столько всего вещей насчет покемонов и содержит столько воспоминаний. Ну и у нее тоже. Комната нетронутая. Подушки, рюшки и один шкаф. И одного компьютера нет даже. Предпочитает читать книги, видимо. Ну что ж, ладно. Вот и все вроде как. Город Невема исследован, и больше здесь делать нечего. Еще раз посмотрели на него, вспомнили, каким он был. Познакомились с собственной бывшей матерью, так сказать. Ну и пора уходить отсюда, снова в очередной раз, уже в последний. Отправляться на финальной дороге. Ну, финальной дороге имеется в виду, которая находится здесь, на западе. Еще некоторые неисследованные местности, которые я надеюсь хотя бы за сегодня пытаться исследовать еще немножко. Получится у меня или нет, посмотрим. Скоро продолжим.